Здравствуйте, меня Женя зовут. Я графический дизайнер и художник. Это мой авторский проект «Жука-графика» и рубрика «В голове художника». Меня тут недавно узнали на мероприятии, что для меня невероятный шок. Подошли и сказали: «А я вас знаю, вы блогер». И вот я сижу теперь и думаю, блогер я или художник. Я же хотел художником стать, а меня называют блогером. И сомнения-то у меня, в принципе, на этот счет уже давно в голове гуляют. Но напугался я, короче. Значит, надо больше рисовать, чтоб сомнений не было. Я не открещиваюсь от блогерства, но хочу стать художником. В знак утешения меня художником называть не надо. Я лучше делом буду доказывать, поэтому мы сейчас порисуем. Я порефлексирую, расскажу, что у меня в голове. Маслицем на бумажке для масла нарисую фирменные половину лица, может быть, с каким-нибудь жестом. Посмотрим, что получится. Начнем с того, что покроем белый лист, чтобы он не был белым. Рисуем. В качестве тряпочек я использую свои старые трусы. Ну, в общем, опустим интимные подробности. У меня тут палитра была, я тут картинку красил, и у меня осталось много грязной краски на палитре. И буду красить ей, чтобы не переводить краску, не переводить материалы. Материалы очень дорогие нынче. С большим количеством растворителя размазываю и избавляюсь от белого цвета, чтобы он не мешал. Кому-то он и так не мешает. А я хочу без него. Так как я уже дохера известный и меня узнают в общественных местах, я невольно задумался. А что если у меня один известный блогер возьмет интервью и задаст мне вопрос в конце? И финальное. В чем сила? Оказалось, что у меня нет односложного ответа. Ну, типа там, в правде. Но ответ у меня есть. И я сейчас с ним поделюсь. А вы поделитесь своим мнением на этот вопрос в комментариях. Возьму краску чуть-чуть темнее, чтобы наметить мои лицевые штуки. Так вот, в чем сила-то? Не хочу занижать мудрость главного персонажа фильма «Брат», но я не считаю, что сила в одной лишь правде, хотя ее со счетов списывать не будем. Я считаю, что для настоящей силы должно быть целых три фактора сложиться. И фактор номер раз звучит очень тавтологично. То, что я считаю, что при становлении настоящей силы важно найти свою силу. Так. Что значит своя сила? Это дело, в котором ты можешь принести себе и окружающим больше всего пользы. Своя сила – это то, что в тебе не вызывает сомнений. То есть ты можешь сказать: да, я в этом силен, я очень в этом силен. Я это умею делать лучше всего на белом свете. И делаешь это. Но иногда найти свою силу трудновато, потому что это не самая очевидная вещь. При том, что я всю жизнь рисовал, мне понадобилось, ну, я не знаю, лет 8-9, чтобы прийти вот к этому всему. Но зато, когда ты найдешь свою силу, сомнений в ней как бы не будет от слова совсем. Ты будешь знать, что ты делаешь, зачем делаешь и вообще, как дальше двигаться. Кстати, самый классный способ быстренько добавить жизни и атмосферы, даже в абстрактную работу, это мыслить рефлексами.
Если у нас есть что-то голубое и какой-то предмет, то, скорее всего, свет будет падать на голубое и отражаться на предмет голубым оттенком. И вот у нас тут уже в лицо что-то заложено. Просто добавив пару штрихов голубой краской, работа максимально быстро оживает. Кому-то везет, кто-то свою силу находит вообще в раннем возрасте. И, допустим, у меня одноклассник очень рано понял, что хочет стать зубным врачом. Ну, собственно, он херачил химию и биологию. В классе по этим двум предметам равных ему не было. И он стал прекрасным зубным врачом. Возможно, даже стоматологом. И в таких ситуациях немного зависть берет. Как хорошо человек рано определился и живет горе не знает. Как бы вот хорошо было, чтоб у всех так. Но иногда приходится силу искать не год и не два, чтобы понять, как действовать дальше. То есть первый пункт – найти свою силу. Свою силу нашел, собственно, дальше-то уже дело техники. Второй пункт, когда вы силу свою нашли, направить ее на созидание. Потому что сила бывает разная. Иногда умные люди или сильные, не дай бог, используют свою силу и ум не туда, куда надо. А когда ты открыл в себе силу и направил ее на какое-то что-то хорошее, на что-то правильное, светлое, мир вокруг будет становиться лучше. Люди вокруг тебя будут становиться лучше. Потому что ты не стал как Волан-де-Морт, лорд, который тоже, к слову, нашел свою силу, но не пустил ее в созидание. А представьте, если бы пустил, он бы классным преподом стал по защите от темных искусств. Я так думаю. Если ты физически сильный, ну стань ты тренером там лучшим в мире. Сделай кучу людей здоровыми и счастливыми. Если ты хочешь стать зубным, так стань лучшим зубным. И пусть люди от тебя уходят счастливые и довольные. Решил стать военным? Ну так сделай так, чтобы войн не было. И так далее. Ну и последнее. Когда вы нашли свою силу, открыли ее в себе, вы смогли ее обуздать и направить на созидание. Третий пункт – заниматься всем этим осознанно, не под чью-то диктовку, не опираясь на чьи-то чужие мнения, не потому что так модно. Нашли, обуздали и осознали. Вот и получается, что сила в том, чтобы найти свою силу, обуздать ее, направив нужное русло, и осознать все это, чтобы не было вопросов, зачем я это делаю, сколько я еще продержусь, нужно ли оно мне вообще. Это неправильный ответ на вопрос, в чем сила. Это мой принцип, по которому я живу. И я буду к этому стремиться. Во всяком случае, такой подход не ведет ни к чему плохому. А большего мне и не надо. Ну чё, вот как-то так. По-моему, ничего. Ну, на этом будем заканчивать. Я хорошо провел время. Надеюсь, вы тоже неплохо. Призываю вас рисовать вместе со мною, если я рисую. Ибо время, чтобы зря не терять. Потому что враги не дремлют и рисуют, и качаются. Надо тоже развиваться. Хочу посоветовать вам
школу Калачевой Вероники. Я сейчас там учусь, развиваюсь, учусь рисовать маслом, пишу этюдики и буду дальше рисовать пейзажики-натюрмортики, овладевать техниками классическими, чтобы мои работы были более выразительными. В описании будут ссылочки туда. Пользуйтесь. Еще можно меня поддержать на Boosty. В описании есть топ-линк на все мои ресурсы. Ну и что, нормально? Меня Женя зовут. Нечаев моя фамилия. Это мой авторский проект «Жука-графика», где мы о творчестве говорим и делаем его. Всех целую, обнимаю. Пока. Ступени в падике считаю, поднимаясь на хаты, ноздри фиксирую, здесь запахи странные. Бумажник требует лаванды, я обречен на страдания. Вселенная наверняка нам еще строит планы. Спокойно спать, ночью проживешь дольше. И без этого точно. И без этого точно. Так жить нельзя, больше говорю точно.